Итак, снова здравствуйте, это снова «Курящий из окна». Я тут, наверное, даже секунд 20 просидел, просто слушая музыку на заднем фоне. Пытаюсь подгадать момент, чтобы нормально в нее вступить, например, когда там те же Plants vs. Zombies записываю, я жду, пока музыка начнется активная, а здесь она... хочет закончиться, но не может. Ладно. Это, как вы догадываетесь, Дипония, третья серия подряд, ну, в смысле подряд, без перерыва на другие игры. Посмотрим, как у меня все будет сниматься. А пока что попробуем вызвать кого-нибудь из этого ресторана, куда ловец утконосов сдает своих, собственно, утконосов. Или не утконосов. Я забыл, зачем мы это делаем. А, там есть какие-то печеньки, похожие на пельмени. И в них есть какие-то записки, похожие на записки. Наверняка он же и обслуживает, да? Секундочку, я сейчас вернусь. Что-то падает. О, великий и могучий Матхуло, твой верный слуга нашел тебе очередную жертву. Можинокс, апрезидур, дубидом, пандрекс, господи. Барадур, с двойным сыром. Да, да, да. Неплохое местечко. А вот и я. Извините, что заставил ждать. Ничего, чем могу служить? Он напоминает мне чем-то моржа. Я не знаю почему. Я просто помню откуда-то моржа с таким выражением глаз. Может быть, я не прав. Но кроме глаз у этого персонажа нет вообще ничего. Хорошо. Что вы мне тут предлагаете? То, что в обеденном меню подают в самом дорогом ресторане, а на вынос у нас есть бургеры из утконосов. Надеюсь, они не очень жирные. А то я боюсь испортить свою прекрасную фигуру. Тогда, думаю, лучше спросить. Ха-ха. Он снова пошел у своего хозяина спрашивать, да. О, великий и мудрый маг, что-то там, жертва желает знать, не растолстеет ли она с наших бургеров. Раванакча, Раванакамча. Камча. Хоррор, все натуральное. Ага, ладно. Мне кажется, у меня какой-то бред легкий. Я себе это придумываю. Наше руководство заверяет вас, что мы используем только самые лучшие продукты для наших блюд. А в бегающих салатных листьях содержатся все необходимые витамины. Просто выберите что-нибудь. У нас есть 3 разных набора. Вы можете обменять любое блюдо по выбору. В меню все объяснено. Получился у меня акцент китайский у этого товарища, но он напоминает китайца по его методу поведения. Я не понимаю, что происходит, что это за хозяин? В моей фантазии хозяин это какой-то огромный утконос. Вообще. Не хочу с вами разговаривать, иди нафиг. Я хочу заказать еду на вынос. Халасо, просто выберите что-нибудь из меню. А, он реально состоит из двух глаз. Так вот кто спер. Вот кто спер дракона невидимости. Я тебя раскусил, парень. Правда, почему у тебя глаза тогда видны? Но, наверное, чтобы я не видел. С тобой надо поговорить о том, что у тебя как-то не хватает некоторых частей тела. Я почти уверен, что я прав. Только у меня денег нету, поэтому я, наверное, ничего не смогу у него заказать. А вот то, что я посмотрел на него изблизи и увидел, что его не видно, это наверняка как раз и есть то, чего я хотел. А это что, типа... задачка? То есть я могу уйти и пропустить? Так, меню 3, 4 цента. Как бы и чё? Печеньки? Я не понимаю вашей задачи. А, то есть я должен снизить цену до 0 центов, причем хитрого обмена, да? Ой, господи, мне нужно как можно больше печенек и как можно меньше всего остального, потому что все остальное это ужас. Давайте я пока что не буду этим заниматься, а? Дайте я немножко попробую позаниматься чем-нибудь другим. Пока что уйти. Это ваш заказ? Да, что? Ну, у нас есть деньги, чтобы расплатиться. Ну, в смысле, вы так одеты? Нет, вы правы. Извините, моя вина. Ага. Я... А,
я могу начинать решать эту задачку быстро. Это, конечно, хорошо, это очень хорошо, но непонятно. Мне пока что непонятно, я хочу с ним просто поговорить, я не хочу решать эту задачку, я хочу спросить, почему я его не вижу. Чем могу помочь? Какое ароматичное место, вы так полагаете? Конечно, шикарный вид, старый город. Не хватает только играющих детишек. Одну секундочку. Детишек сейчас захочет у хозяина спросить. Кажется, он нас закрыл, раскрыл. Он заметил пропажу детей. Борон Денос Сатинов. Тыры-пыр, хрясь-трясь. Знаете, владыка тьмы, порой вы меня просто пугаете. И он не вернется из боя. А вот и я. Тем и все я могу вам помочь. А что за тема с печеньками с предсказанием? Я, честно говоря, не в курсе. Ну ладно. Или его вообще нет. Жертва спросила о печеньках с предсказаниями, мой повелитель. Мэдион Барзузекс, Падино Морор, Бидадуна. Я не буду это больше озвучивать, меня это бесит. Лапаридокс Доментор. Как это там? Поработить всех смертных, точно. Это снова я. Петеньки с предсказанием бесплатные. Подарок от заведения. Если вам повезет, Маза Даз выиграете членство в клубе утконоса ведов, или утконоса филов, или утконоса фобов. Если печеньки бесплатные, нафига мне, собственно, весь обед? Я наверняка... Снова наверняка пофиг. Я буду здесь тоже кормить Гуал, одну из воплощений нашей Гуал. А печеньки, значит, бесплатно при, при заказе. Да. Да, я хотел бы заказать столик на двоих. Одну секундочку. Он уже начинает меня бесить. Кажется, ожидается вторая жертва. Как мне быть? Просто номинем Асур Моденакон Фугунокс. Леамон Фадамон. Заранее. Заранее. Ого. Холосо, я ему передам. Эти ребята умеют обращаться с клиентом. К сожалению, на сегодняшний вечер свободных столиков не осталось. Единственный способ занять столик — это что-то там стать постоянным клиентом или убить постоянного клиента. Или принести тело постоянного клиента, чтобы из него сделали нам вкусный суп. Да. С гренками. Зря я эту серию начал записывать, да и пофиг. Я сегодня какое-то странное настроение, тем более голоса у меня нет. Но уже 8 минут. Прекращать поздно, сдаваться поздно. Да. Почему я не могу тебя спросить, почему от тебя есть только одни глаза? А в вашем меню есть какие-нибудь блюда не из утконоса? Я сейчас уточню. Подождите минутку. Он спрашивает по обеденное меню. Стоит ему ответить. Малестомином, Полидур. Да, я хочу Полидур. Холлокс Верито. Ясно. Нет, сэр, извините. Пока у нас нет перебоя с поставками, все наши блюда готовятся из чего? А, из утконосов. Сейчас я устрою вам перебои с поставками. Этот мужик тут и так скучает, я думаю, он не обидится на то, если я немножко выведу его... Из этого мира в сладкое состояние комы. А возможно, сна. У него же там наверняка у аптекаря есть какое-нибудь снотворное или еще что. Хотя у него был только огурец, из которого мне опять подсказали, что надо выдавливать сок шапочкой. Но давайте не будем мне подсказывать до тех пор, пока я не спрошу у вас. Что вот я застопорился и не понимаю. Вот в конце серии я серию заканчиваю и говорю: я не понимаю, что мне делать, скажите мне. А так, ну не надо это говорить в комментариях, и смотреть дальше будет неинтересно, и мне играть тоже неинтересно. Иначе я перестану читать комментарии к последним сериям. А мне это нравится. Иногда. Да, мне пока ничего не надо. Как пожелаете. Йо, он и по этому поводу начал советоваться. Я старался как мог, безымянный. Но он никак не хотел вставать на люк. Но кто с Борем, Пастифидор? Да! Я тоже думаю, что он из себя вернется. Шикарный сервис. Какой люк, а?
Мне говорили, что в этой игре можно умереть. Я не хочу. Я не хочу умирать, я хочу сохраняться. Первый раз, кстати, за этот летсплей я сохраняюсь в прямом эфире. Вот у меня это будет 8-я серия, и вот должно быть 8-е сохранение, но... Будет оно немножко пораньше. Продолжить. И да, я, кстати, понял, почему при переходе с локации на локацию они так долго происходят. Тут в советах было написано, что при переходе с локации на локацию происходит сохранение игры каждый раз. Типа, от случайного чего-то там. Конечно, хорошо, но лучше бы не сохранялось. Вон, что вы делаете все из утконосов? О, кстати, утконос. Делали бы из птички. Меню я еще не изучал. Похоже, здесь подают блюда только из утконоса. Леди Гуал это определенно не понравится. Кто у меня тут еще остался? О, снова яйцо? Ты снова скажешь свою коронную фразу. Я никогда не трогаю то, что побывало в чьей-то заднице. Все, применяем. Пробел. Он же средняя кнопка мыши, но почему-то у меня пробел. Потому что моя левая рука скучает в ничего не деланию. Открытки. Утконос, ты лучше всех, с тобой ждет меня успех. Чё, Quickly Dress? Quickly Dress это быстро одеваться. Но может быть и нет. Но дресс там точно было в конце. Ловец утконосов. О! О! Еще и наверх можно, вообще офигели. Ручка какая-то. Лебедки без ручки определенно чего-то не хватает. На чего же? Так. Банановым выпрямителем я тебя не выпрямил, и это было не зря. Потому что ты сюда, я уверен, но ты не сумеешь сюда залезть, да? Вперед! Резиновая рука Руфуса! Ой, а раньше всегда получалось. А так бы и сказал. Тебе, значит, в окошко, наверное, надо, да? В окошко ты сможешь попасть сверху. Наверное, этот верх будет даже не новой локацией, а именно просто попаданием в окошко, и все. Но я подтяну так яйцо. Яйцо ты брать не будешь. Нафига, спрашивается мне наверх. Ты мне скажешь что-то новое? Никогда не любил узких специалистов, но шляпа реально крутая. Да, все люди идиоты, но каждый человек идиот в своей конкретной области. Еще раз приветствую. А что за открытки с утконосами? На них стихи, посвященные утконосам. Да. Членом клуба утконосов? Очень просто, пару членских карточек в печенье, я слышал тебя. До встречи, кузнечик. Прощай, попугай. Да. Наверх! Сказала я голосом, как из унитаза, потому что в это время пил воду. Да, я абсолютно точно угадал. Если у тебя теперь не резиновая рука, то я не знаю. Точно будем выпрямлять руки. Е! Ручка! Это лебедки без ручки, не хватает ручки! Руфус, ты гений! Genius! Крути, Руфус! Или ты скажешь, что ты не крутишь ручку, которой приделано то, что было в чьей-то заднице. Причем прищепкой. Возьмет наверняка носки, а яйцо не возьмет. Да? Я его знаю. Носки были бы, кстати, реально полезные. Ими можно заменить антигравитационные носки в магазине и благополучно их спереть. На это и рассчитываю. Нет, носков нельзя брать. А яйцо? Вообще это задница. Нужно быть осторожным. Те, что с ярким окрасом, кусаются. Неужели они еще с Пасхи лежат? Эта фраза в тебя заложена великим разумом писателя сценария и диалогов на все случаи жизни. Ведро. Не, я хочу просто проверить, он вообще ничем не будет брать яйца, или я просто что-то не понимаю. Может, он на отвертку навернет яйцо. Как бы странно это ни звучало. Отверткой обычно в ушах ковыряются, но тут вдруг... В антенну их, в антенну. Она же такая круглая и вместительная. Нет. Ну, песня мне не поможет. Лопатой... Тоже нет. Ну ладно. Про какой люк они говорили? Я не понимаю. Я пойду пока что отсюда, я посмотрю вниз. Я попробую проверить, есть ли еще немножко новых локаций. Мне кажется, я в домик не заходил. Или все-таки заходил, или это я сейчас как раз в домике.
По-моему, нет. Да, в домик я еще не заходил. Это круто. Я могу с тобой еще раз поговорить, садовник? Скорее всего, смогу. Что ты мне на это ответишь? Может быть, опять быстро меня транспортируешь на рыночную площадь? Да, и называл прошлую серию я... Ладно, сейчас они заговорят. Друзья? Точно, сейчас транспортирует. Я угадал. Или все-таки в новую локацию, наконец. Было бы классным решением, если бы он сумел выкинуть меня черт знает куда. Но, к сожалению, нет. Я опять отрубился, даже не услышал, что он ответил. Почему у тебя теперь на спине ничего не нацарапано? Или мы это узнаем после более близкого общения с Гуал? Мне бы у тебя аптекарь-огурец взять, но пока что еще рано. Потому что тебе нужно то, что в туалете я не могу побывать. Я иду в домик. Или в домик меня не пустят этот же. Вообще, у тебя есть что-нибудь еще новое? Судя по тому, что у меня исчезает мышка, наверное, меня в домик-то не пустят. Наверное, он меня просто выкинет. А нет. Я могу. Я все могу. Ого. Ничего себе, хоромы. А, ты вообще не слышал про стук? Но их новый альбом слишком уж попсовый. А что ты вообще здесь делаешь? Ты хоть ноги вытер? Последний раз вытирал 8 лет. Тогда мой... Мой папа? Руфус? Папа, ты капитан Сигал? Я? Ноги, Руфус. Ой, простите, сэр. Не похож он на папу. Абсолютно не похож. Не знаю. Ух ты, папа. Местечко ты себе подыскал, не кислое. И половичок из настоящего вамбата. Солидно. Половичок? Ну да, вон, у двери висит. Это мое выходное пальто. Ой. Послушай, Руфус, я человек занятой. Просто скажи, зачем ты пришел, а иди поиграй на улице, ладно? Мне нужно переварить новую информацию. Во-первых, я не понимаю, почему отец Руфуса грузин. С белой бородой. Во-вторых, я просто что-то не понимаю. Абсолютно не похоже. Будем надеяться, что это не его отец, а у него просто какой-то глюк или сотрясение мозга от того, что его пинками посылают уже второй раз на рынок. А тут даже музыки нет, чтобы как-то скрасить мое разочарование в этом моменте. Ты что, совсем не рад меня видеть? Нет, ну конечно я рад. Просто сейчас я очень занят. Если будешь умницей и дашь папе спокойно доделать дела, может, потом сходим с тобой покормить чаек? Покормить чаек? Ты шутишь, что ли? У меня есть дела поважнее. Но тогда и не страшно, что сейчас у меня нет времени. Потом, ладно? Потом, потом. Всегда ты так говоришь. А ты же вроде отправился на Элизиум. Элизиум? Ну да. Элизиум, знаешь? Ты бросил меня, чтобы отправиться туда. И не говори, что ты этого не помнишь. А, точно. Ха-ха-ха. Да, помню, конечно, помню. О чем я только думал? Ведь все же знают, что с Дипони сбежать невозможно. Эх, каким я тогда был молодым и горячим. Вечно тянулся к звездам. Теперь-то я знаю, что гоняться за мечтами — пустая трата времени. Когда тебе будет столько лет, сколько мне, ты тоже это поймешь. Даже не надейся, не дождешься. Я никогда не буду таким старым, неудачник. Да, Руфус. Ты помрешь раньше. Я начинаю все больше и больше подозревать в то, что это никакой не отец, а какая-то голограмма. Или то, что у нас в голове творится какая-то легкая странность. Потому что я же не мог туда пройти, не получив по голове. Вот сейчас я получил по голове. Там еще какое-то пианино с зелеными клавишами и красными. Его не было, когда я сюда шел. Ты сменил имя? Это никак не связано с тобой, правда? Но все же не болтай на каждом углу, что ты мой сын. Ладно? Че это за капитан? О нем наверняка говорилось где-то в предыдущей игре, потому что Руфус вот знает, кто это такой, какой-то капитан Сигал.
Но вот я пока что не очень помню, кто это и зачем мне к нему надо. Возможно, из дальнейшего разговора я пойму. Может, просто этот садовник говорил ему что-то на эту тему? Дэд, почему ты так со мной разговариваешь? Ты, может, не обратил внимания, что я давно уже не ребенок? О, так ты у меня уже совсем взрослый. Ну да. Ну, то есть у тебя свой дом, стабильный доход. Ну, в этом смысле... Видимо, это следует понимать как нет. Я механик. У меня в Кулаке была своя мастерская. Ты про тот игрушечный верстак, который я тебе в детстве подарил? Все равно я куда взрослее тебя. Вот так-то. Бе-бе-бе. Бе-бе-бе-бе-бе-бе. Тебе не интересно, чем я занимался все это время? Только не говори, что ты опять что-то натворил. Что на этот раз? Ты устроил где-то пожар? Украл что-нибудь? Уничтожил чью-то собственность? Ну, это с какой стороны посмотреть? Диалоги все ветвятся и ветвятся. Мне нужно позаботиться о моей элизианской подружке, я собираюсь справиться на Элизиум. Но когда я тебе скажу, что я собираюсь справиться на Элизиум, ты мне наверняка повторишь фразу о том, что туда нельзя отправиться. Я собираюсь отправиться на Элизиум. Ха-ха-ха. Ну, удачи тебе. Я серьезно, я отправляюсь на Элизиум. Ну да, конечно. Послушай, Руфус, мне правда очень льстит, что ты решил пойти по моим стопам. Но что, обязательно влезать по дороге в каждую кучу дерьма? Не в каждую. Например, я бы точно не бросил своего 8-летнего сына. Да ты что? Ты бы его с собой взял? Да, взял бы. Но если он пойдет в тебя, надеюсь, ты не забудешь взять с собой пакет и лопату. Чё? Чё? При чем тут пакет и лопата? Я конкретно зависаю с этого диалога. Он абсолютно бессмысленный. Если пакет и лопата — это хоронить 8-летнего сына, то, простите, это не то. Но пакет еще для того, чтобы в самолете там было куда, если плохо станет. Причем тут лопата? Я хочу быстрее закончить этот разговор и уйти отсюда. Я должен помешать органонцам взорвать Японию. А что тогда ты делаешь на плавучем черном рынке? Органонцы далеко. А если что-нибудь рванет здесь, наверняка это будет твоя вина. Да ты не понимаешь. Неужели? Когда последний раз органонцы что-то взрывали? Ну, пока не взрывали, но... А сколько взрывов на твоей совести за последний месяц? Ну, Нет. Нечего сказать, да? Я все еще... Жив, знаю. Они быстро говорят. Была бы где-нибудь настройка скорости диалогов, но, конечно, тут такого не бывает. Были бы это субтитры. А, ну, настройка скорости субтитров, но все равно такого, по-моему, здесь нету. Последнее, что я хочу тебе сказать. Мне нужно позаботиться о моей элизианской подружке. Ага, конечно. Как там ее зовут? Бабзи-Бу? Не Бабзи-Бу. Она настоящая элизианка. Ее зовут Гоал. Так, постой. Ты серьезно? Теперь ты впечатлен, да? Ты встретил элизианку и привел ее сюда? Я тебя что, ничему не научил? Неа, ты был классным папой. Но ты ведь не бросил ее одну. Да все путем, она в надежном месте. В таверне Гулливера, в гавани. Ясно. Похоже, я не сумел донести до тебя важные жизненные вещи. Ой, папа, только не начинай. Я знаю всю эту чушь про цветочки и пчелок. Хотя концепция опыления ясна мне не до конца. Но по этой части постройки улья я настоящий спец, если ты понял, о чем я. Не понял, но это не важно. Давай вернемся к делу. Я пытался сказать, что ты, очевидно, так и не научился обращаться с дамами. Ты ее хотя бы на ужин пригласил? Ну, там была миска с орешками. Я имел в виду свидание, Руфус. Романтик, свидание. Единственный подходящий ресторан — это Шато Шлемпи. Во всяком случае, оттуда шикарный вид. Но, увы, в меню у них только блюда из утконоса. А что не так с утконосом?
Это вульгарно. Утконосы живут на свалках и питаются объедками. Для Дипонии он мог бы стать геральдическим символом. Блюдо из утконоса только лишний раз напомнит ей, в какой глуши она находится. Ты должен сделать так, чтобы из меню Шитош Тампи исчезли все блюда из утконоса. Сумеешь? А такого романтика, как я, расплюнуть? Ну вот, когда сделаешь это, можешь заказать на мое имя столик. Но только тогда. Ты меня понял? Так. Мы наконец-то нашли VIP-клиента этого ресторана. Хоть одна полезная вещь от папаши есть. Мы сумеем заказать столик. Я тебе даже половину не рассказал. О боги, Руфус. Во что ты впутался на этот раз? Я тебе в другой раз расскажу. Вот и славно. А я пока посоветуюсь со своим юристом. А над чем ты работаешь? Я пишу инструкции своему персоналу. И это типа важнее, чем поговорить с родным сыном? Мы же не виделись столько лет. Вот именно, с чего вдруг стала так дорога каждая секунда? Я несу ответственность за этот дом и обслугу. Я тоже отвечаю за очень важные вещи. Спасение мира, к примеру. Почему тогда ты все еще торчишь здесь? Мне что, стоять у тебя над душой, как в детстве, и следить, все ли ты сделал? Ты ему не отец. Ты ему не сын. Разойдитесь. Насчет свидания. Прекрати мямлить и бубнить. Чего ты хотел узнать? Да-да-да, заказать столик, блюдо из утконоса, я это все слышал. По рукам, слишком поздно, вздыхает, да. Никуда не уходи, я скоро вернусь. Забудь эту фразу, на нее даже восьмилетний не купится. А, это папа научил Руфуса этой фразе, которой он со всеми прощается. Блин, мы записываемся уже дофига времени, почти полчаса. Я изучу все, что есть у папы, все, что можно у него спереть. И закончу это безобразие. Тайные двери в книжных полках, том 1. Тайные двери в книжных полках, том 2. Эта библиотека только зря занимает место. Как настоящий джентльмен, я много читаю. Как настоящий бла-бла-бла. В любом случае, полка слишком большая, стрёмная. И к тому же, тут для чтения слишком темно. Вот это верно. Надо будет купить сюда хрустальную люстру при случае. Но пока что хватит нескольких свечей. Мне нужны свечи. Вот. Держи, Руфус. Деда одолжение. Брось эту записку в почтовый ящик для... Он что вообще о себе думает? Что он мой? Что он твой папа, да? Неважно, я ему не мальчик на побегушках. Руфус, ты даже не представляешь, как нам только что повезло. У тебя есть заказ важного человека с его подписью. И наверняка там полно свободного места, и ты можешь вписать туда все, что угодно. Хотя вообще записка выполнена так, что свободного места там не очень много. Но с травмы мы сумеем заказать. Мне нужны свечи. Или ты сумеешь это как-то исправить. Но тогда уже пойдет английская игра слов candles. Candles, candles. Не знаю, что похоже на слово candles по-английски. Ха, вот дельная книжка. Тайные двери в книжных полках для чайников. Потяните за книгу под названием «Потяни, чтобы открыть тайную дверь». Ух ты! Кто бы мог подумать? Понятно. Этой книжки у меня нет, но, в общем, тут есть тайная дверь. Но я ее, наверное, не от... А во, потяни, чтобы открыть тайный ход. А что будет, сляпо изучая другие книги? Да. Скорее всего, ачивку я не заработаю. Просто все ачивки рассчитаны на дебилизм полный Руфуса. И вот если бы я тут 20 раз потянул не за ту книжку, Руфус сказал бы, что... Вернее, даже ему полка бы наверняка сказала, что... Руфус, я согласна. Я согласна, что я та книжка, за которую надо тянуть.
Это как на третий миллиард запроса китайских хакеров сервер Пентагона согласился, что их пароль Ким Чен Ир. Да. И чё? А, и всё. Папаша не настоящий. Это сервер, который управляет нашим папой. Я хочу в это верить. Но почему-то я с этим ничего не могу делать. Блин, Люк. Снова умирать, что ли? Пылесос! Вообще-то я редко ассоциируюсь с инструментами для уборки. С другой стороны, мне нравятся штуки, которые издают больше шума, чем нужно. Бери. Потом выкинешь, если что. Вверх могу? Могу. Но сначала Люк. Фильтр? Причем тут фильтр? Ладно, берем. Что это такое? Это фильтр? Но те же русским языком. По стенке написано, это фильтр. Угу. Брать не могу. Смогу загрязнить. Или же прочистить ручным пылесосом. Зачем? Не знаю. Скажу сразу, я вовсе не намерен здесь убираться. Я просто хочу испытать всасывающую мощность ручного пылесоса. Жалкие остатки. Такого ворса у меня на плаще полно. Ладно, к сожалению, я почистил фильтр, не знаю, на что это влияет. Тут есть какая-то кнопочка, но она абсолютно не действует. Хорошо, пошли наверх, наверное, там будет понятно, что это за фильтр. Дайте мне музыку, наконец. Мне грустно без музыки. Это чьи-то штаны. Наверное, они остались от нашей мамы. Труба. Труба. Метроуказатель. Причем тут фильтр? Но, скорее всего, фильтр был от этой трубы. Хорошо, тут всего лишь две вещи, которые я могу изучить, на этом я и закончу. Это самая высокая точка острова. И что они с ней делают? Демонстрируют полное отсутствие вкуса. Штанами. Снимай, Руфус, повесь свои. Я бы легко мог дотянуться. Но если она не встретит меня хотя бы на полпути... Чё? Но если она не встретит меня хотя бы на полпути, я не стану даже и пытаться. Кто не встретит? Кто не встретит? А! Ну, штаны это она? Мне не нравится эта серия, но я не призываю вас ставить ей дизлайки, потому что это не серия плохая, это содержимое серия плохое, в смысле, участок игры какой-то странный. Я знаю, зачем мне верхняя точка острова, я должен сюда пришпиндюлить эту антенну, чтобы послать какой-то сигнал в будущее. Потом. Присосем к себе штаны. Да, не присосем. Вас приветствует флаг Хомат. Чтобы спустить флаг, поместите сюда прах. Удобно. Черный юмор, однако. Флаг приспускается только если кто-то умер. Пылесосы сюда. Флагомат реагирует только на человеческий прах. Удобно. Мы пойдем сжечь трупы. Засасывать их пылесосом. И засовывать сюда, чтобы снять чьи-то полосатые штаны. Это добрая игра. Красивая, хорошая. Все, это был курящий из окна. У меня полный съезд башки от содержимого этой серии. Я надеюсь, у вас тоже. Я буду с нетерпением ждать, когда мы будем сжечь трупы. А пока что это был я. Смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки. До свидания. Пока. Пока. Все.